Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 февраля. Память святых мучениц Марфы и Марии и брата их святого мученика Ликариона отрока. Эти мученицы жили в стране Ассирской, в те времена, когда на Церковь Христову было воздвигнуто гонение царями и князьями нечестивых идолопоклонников. Марфа и Мария, пребывая в детстве, старались только об угождении Господу и горели желанием принять смерть за Него. Случилось однажды мимо их дома проходить нечестивому воеводе. В это самое время Марфа, открыв двери дома своего, вместе с сестрой своей воскликнула, обращаясь к воеводе: «Мы христианки!» Воевода вместе со своими слугами, услышав эти слова, не обратил на них внимания и прошел мимо. Тогда сестры вслед воеводе опять возопили: «Мы христиане!» На это воевода сказал им: «Я прощаю вам ради юности вашей. Мне было бы неприятно умертвить вас». На это святая Марфа воскликнула: «О, воевода, мученическая смерть не есть смерть, но жизнь!» Услышав это, воевода сильно разгневался и велел взять святую деву. Тогда вышла из дома и Мария и сказала воеводе: «Что сказала сестра моя, тоже скажу и я». Потом вышел из дома и малый отрок, брат мученик по имени Ликарион, и воскликнул: «Что сказали Марфа и Мария, тоже говори и я, ибо я христианин». И повелел воевода повесить их всех трех на крестах. Здесь же стояла и матерь их и говорила им: «Спасайтесь, дети мои возлюбленные, и примите венец от Христа». И сказала Мария, вися на кресте: «Да спасешься и ты, Матерь наша, с плодом чрева твоего, ибо принесла нас ко Христу». После этого Марфа и Мария прободены были на крестах, а Ликарион усечен воином мечом. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.